печали и слез. Старой России надежная твердь. Ты засыпаешь под шепот Тверцы и Волги. Ты засыпаешь под шепот берез. Спи, моя добрая матушка, Тверь. И до утра еще так далеко, так долго. Пусть этот вечер будет как вечно. Шум миллионный пусть помолчит. Вам почитать. Тверь, 2002 год, 30 июня, день города. В этот день в Твери пахнет речной водой и шашлыком. Почему-то именно в этот день люди не стесняются улыбаться друг другу. Просто так. Очень хороший день. Молодец тот, кто его придумал. Праздник, который превращает город в одну большую веселую компанию. Хороший день. Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная. Пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет. И не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет. И не мешает мусора. Там ждут меня девчонки, там ждут меня ребята. Они все песен моих ждут. Про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют. Про наш любимый... Как было тепло, что нас с тобой вместе свело. Девочка, пай, рядом жиган и хулиган. В нашей Твери нету таких, даже среди шкур центровых. Девочка, пай, ты не грусти и не скучай. Хороший день. Миша тоже любил этот день. Он всегда был душой любой компании. И в этот день он был душой компании под названием «Город Тверь». Он был душой города. В этот день его голос звучал повсюду и смешивался с запахом Волги и шашлыка. Его голос подхватывали тысячи улыбающихся губ. Хороший день. Удивительно, что Бог выбрал для Миши именно этот день. День, который он очень любил. В день убийства машина стояла чуть вдалеке, а накануне синие «Жигули» несколько раз приезжали к дому Круга. Об этом вспомнили соседи. Но потом. Они, вероятно, знали, что в этот день у Михаила Круга концерт в Кувшиново в Тверской области. Пойдет разворошит и вместе согрешит с той девочкой, что ты давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил. Владимирский централ, этапом из Твери, лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ. Как оказалось, это был последний концерт. Благотворительный концерт, за который Круг не получал гонорара.
Дождь не смог затмить радость общения со зрителями. Люди мокли и слушали круга. Никто не уходил. Он пел, как всегда, весело, задорно, не обращая внимания на дождь. А небо плакало, все зная наперед. Вот этих два дня я вообще не узнавал, вообще. Как будто вот он на седьмом небе, он уже на облаке летит, вот такой вот, говорит, все. Все у меня путем. Но я потом уже анализирую, вот сколько уже думаю об этом. Все равно я говорю, человек был настолько умиротворенный, как будто он сделал все свои дела в этой жизни, понимаешь? Вот как будто вот он настолько от жизни кайфовал, вот просто. Вот я говорю, я вот этих два дня вообще не узнавал. Вот. Взяли всех, ну, жен, детей, все, и целый день просто отдыхали. Погода была отличная. Вот натопили баню, говорю, взяли мясо, курочки там. Вот. Целый день. Вот уехали с утра, попаримся, выйдем, там шашлычка пожарим, туда-сюда, опять пойдем попаримся, там отдыхали. Люди входили в этот дом только с добром и встречали их только с распростертыми объятиями, чем и воспользовались бандиты. Давай. Собаки, Стинг бестолково, как показалось Зое Петровне, метался. Солидный пес, а суетится как баллонка. Поскуливает что-то. Может, заболел, может, есть хочет. Ёкнуло материнское сердце. Материнское, оно ведь как собачье, верное и чуткое. Но опасности не почувствовала. Когда Ирина и Михаил вернулись, на третьем этаже уже сидели два вооруженных человека. Они спрятались в чулане туалетной комнаты, расположенной в бильярдной, и ждали. Третий этаж – это рабочий кабинет Михаила Круга. Здесь он часто оставался наедине с музыкой. Здесь любил отдыхать. Играйте. Позвонили. Вопросы завтра. Миша. Иринка Викторовна, я играю. Не, ну, надо посмотреть обязательно. На следующий день Михаил должен был участвовать в программе «Принцип домино» на НТВ. Ирина придавала этому событию большое значение, потому что Михаила Круга очень редко пускали в эфир. Уже много чего хорошо. Смотрите. Я пойду детей укладывать. Надо. Михаил же в эти дни жил с мыслями о новой песне, на слова и музыку Владимира Бочарова, которую позже споет Ирина Круг. Ирина оставляет маму ночевать дома. Михаил и Ирина уговорили тещу остаться. О, любимая теща! Вы устали, здоровы. Не-не-не. Оставайся. Оставайся с ним.
Ирина вошла в детскую к сынишке Саше. И только прилегла. Бандиты, очевидно, не ждали, что в бильярдной кто-то окажется и помешает им. Но оценив обстановку, они нападают на тещу. В борьбе матери Ирины удалось снять с одного из бандитов маску. Ирина встретилась с ним глазами. Она подписала себе смертный приговор. Пускать Ирину было нельзя. Михаил, очевидно, пытался оказать сопротивление. Дрался. Это было видно по следам крови по всему дому. Михаил, уводя бандитов подальше от детей, потерял последние силы. Первая пуля, пробившая кругу легкое и почкам, ударила в кости таза, прибила к лестничному пролету и осталась в нем навсегда. Ирина побежала к соседям, но это был праздник, день, когда весь город становится одной веселой компанией и гуляет до утра. Только многодетные Вадик и Люба должны быть дома, об этом вспомнила Ирина. Thank you.
кому-то. Люба, быстрее! Люба, быстрее! Быстрее звони, не могу! Скорую, скорую, можно? У меня же дети там! Быстрее его! Да, Ирочка, на. Алло, алло, это скорая! Алло, приедьте, пожалуйста, освобождение, дом 172! Девушка, приедьте, пожалуйста, нас убили, убили, Круга убили, приедьте! Как нет? Алло, ты чё, все срывается? Ирина просила помощи. Скорая отказалась приехать без звонка милиции на убийство. Посмотри, там Миша упал, я не знаю, что с ним, посмотри, пожалуйста. Помогите кто-нибудь мне. Алло, милиция, освобождение 172. Вооруженное ограбление. Михаил очнулся. В этот момент он думал только об Иринке Викторовне, как он ее называл. Сердце ему подсказало, где его жена. Пошел к единственно открытой соседней калитке. Он пришел увидеть ее в последний раз. Миша, что? Нет, скорой не берет. Что делать? Больницу. Давай, поднимай. Давай, поднимай. Давай. Ирочка, не ходите туда. Они там. Так и не приехала скорая, не приехала милиция. Не дождавшись никакой помощи, сосед Вадим решил сам везти Михаила в больницу. Он не побоялся взять на себя ответственность, которую не хотели брать на себя другие. Кому это положено по клятве? Любовь, Вадим повез Круга в больницу. Не ждите там одни. У меня же там дети. Ира, не ходи туда, там не ходи туда. Там нельзя, нельзя. Ира, там эти, не ходи, не ходи. Только случайность привела в дом милицию, которую вызвала
позже в скорую помощь. Ребята, быстрее! Бандитам удалось убежать. Держись, Михаил, уже приехали. Ну-ка, давай, помоги мне немножко. А сейчас сам. Врача кто-нибудь, помогите. Доктор, помогите. Каталку быстро. Крест коли, чтоб я забрал с собой.
Телефон в эту ночь разрывался от звонков. Звонили и друзья, звонили из мэрии, из канцелярии губернатора и сам губернатор. Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли. Мы вынуждены принести вам свои глубочайшие соболезнования, но, к сожалению, Михаил Круг сегодня скончался. Чувствует в себе, жизнь к тебе несправедливою была. В этом фильме показана хроника убийства известного поэта. Было это заказное дело или неудавшееся ограбление, пусть разберется зритель. В те дни пошел слух о большой сумме, якобы полученной за новый альбом Михаилом Кругом. Пока ясно одно. Это было заранее хорошо спланированное преступление. Преступники из дома ничего не взяли, не бросили пистолетов и даже не расстались с машиной. Следователи наотрез отказались давать какие-либо комментарии. Может быть, им просто нечего сказать. На похороны Круга люди съехались со всех городов, сотни тысяч. Все дороги в город были оцеплены. Похоронная процессия из машин вытянулась на десяток километров. Город был парализован. Тверь прощалась с Михаилом Кругом. На холме фотография и четные цветы, тоже срезанные с каплями росы, на которые не прилетит пчела, а в душе, не смолкая, все звенять колокола. За что убили Михаила Круга? Кто за этим стоит? Thank you.
Смерть – часть жизни, часть биографии. Поставить красивую точку в истории жизни дано не всем. Когда произносят цифру 40, в памяти возникают красивые и трагические судьбы. Высоцкий, Миронов, Даль, Цой. Творцы, художники, поэты. Они, похоже, не могут быть иначе. И, может быть, их смерть вовсе не точка, а многоточие. Потому что после смерти начинается для них другая, не менее яркая жизнь в памяти людей, в легендах, в творчестве. И не жизнь это, наверное, а бессмертие. Я не знаю, есть какая-то связь, но, скорее всего, есть, потому что после Мишиной смерти, в ночь, когда Миша погиб, к нам во двор пристала собака. Она была настолько худая, как вобла, вот сложена, и вот так. Мы ее накормили и отпустили гулять опять за калитку. Лает, просится, чтобы ее впустили. Ну, собрались мы все, Ира пришла и говорит: «Зоя Петровна, ну и оставьте собаку». Видимо, Мишина душа переселилась в нее. Я так подумала, как-то мне было вроде неприятно. А потом подумала, говорю, а может быть, кто и знает, а может быть, правда. Ну, что очень он скулил, очень вертелся возле меня. И мы его оставили. Миша умер. Отмечали на стадионе города его память. 40 дней. Умер Синг. Это собака, его самая любимая собака, которая пострадала. Миша погиб, а она еще выжила. Ей сделали операцию собаки. Синг выжил. Уже стал ходить, прогуливаться, стал самостоятельно есть. Но ни с того ни с сего на 40-й день умер. Тяжело остаться одной и осознавать, что вот нет рядом этой опоры. И бывают такие моменты, что хочется и поплакать. Все-таки мы же женщины, да? И хочется поплакать, прийти, некому сказать даже свою боль и обиду, потому что это, наверное, никому не надо. Конечно, тяжело. Сложные дети, все это нужно. Многие женщины там, вот я там одна, могу, все такого не бывает. Мы не можем без мужчин, мы не можем без них жить, без мужчин. Это должен рядом быть такой человек. Много раз задавала такой себе вопрос, почему я, да? Ну, почему я именно, почему он на мне остановился, да, что такого вот он мог увидеть? Хотя он, очень... хорошо разбирался в людях. Почему я именно? Столько женщин, да, вокруг. Выбрать какую-то простую девчонку из Челябинска тоже, да, как-то. И даже мы все говорили, ну что, у нас женщин нет в Твери? Почему именно там вот с Урала привезти девчонку простую тоже, да, интересно? Не знаю, скорее всего, какая-то душевная теплота. Может быть, ему этого не хватало? И он всегда говорил... В ней есть душа. Может быть, я дала ему это какое-то вот тепло. Это женщина-хранительница очага. Все. А мне достаточно было. У меня были дети, заботливый муж, который настолько так сильно любил. Он же меня баловал, как ребенка. Все, пожалуйста. Ирина Викторовна, все для вас. Любовь моя. Ирина, вы разговаривали на «вы»? Да, на «вы». Ну, как-то... Все удивляются, как так вот вы живете и на «вы»? Ну, это уважение. Вот я привыкла, у меня Ирина Викторовна, я бы Михаил Владимирович. Всегда? Даже при людях? Да, вообще в обществе, везде все удивлялись настолько там, что как так? Ну, ему это нравилось, и мне это нравилось, поэтому как бы для нас это было нормально. С ним я только поняла, что такой мужчина настоящий, который умеет любить, который надежный, вот это вот... почувствовать силу рядом с собой настолько такую, что ты настолько защищена вообще во всем, у меня не было проблем. Это очень, и очень сложно найти такого человека. Он был мужчина, он был во всех вообще отношениях. Как он умел любить женщину, это не кажется так можно. Все! Детей у меня много. Вот. Старший сын, это Дима. Ему 16 лет, он уже взрослый, у нас учится как бы в школе ГАИ. Вот выбрал такое направление.
Вот, это моя дочь от первого брака моего. И наш с Мишей ребенок это Саша. Гатик. Гатик, попугай. Погоди там. У нас с Мишей разница была 3 года. Я старше его сестра, а он мой младший брат. Хотя он никогда не признавал этого, он всегда говорил, я твой брат старший. Стихи он начал писать давно, давно. Когда-то, лет в 10, наверное, он мне прочитал свои первые стихи, и я, конечно, не поверила, что это Миша написал. Я подумала, что он наверняка очередной розыгрыш, он где-то их списал, и вот мне принес на листочке. Я была очень удивлена, что это его стихи. Детство наше прошло на Пролетарке. В знаменитый район двор Пролетарки, казарма Париж. Париж — это огромная-огромная казарма. На Пролетарке есть роддом, вот в том районе, где родилась моя мама и моя бабушка. Я родилась, Миша там родился. Родился Сашка, вот его второй сын. И когда мы получали Сашку из роддома, и Миша, посадив Иру с Сашкой в свою машину, поехал не сразу на выезд из этого района, а поехал по кругу. Оказывается, что он проехал с Сашкой, получив его из роддома, он проехал под окнами своей казармы, где вот мы жили. Сделал круг по Пролетарке, и только после этого мы поехали вот сюда, вот на освобождение. Двор Пролетарки, казармы Париж, где-то ямщик едет там за углом, пьяных цыган развозя по домам, да с песней. Что же ты, милая девочка, спишь? Сны интересные будут потом. Едем с цыганами, с ними еще интересней. Пусть этот вечер будет как вечно. Стихами Миша начал очень рано. Когда пошел во второй класс, его приняли в музыкальную школу. И меня туда вызвал учитель. И сказал, что надо ему учиться. У него отличный музыкальный слух. Ну как, началась учеба. Он с удовольствием ходил на занятия по классу баяна, но не любил сольфеджио, музыкальную грамоту, хор. Это он не любил. Ну, конечно, их пропускал, потому что контролировать его было некому, я была на работе, отец тоже был на работе. Двор его засосал. Ну, в каком смысле? Он уже кое-что, какие-то ноты там познал, уже стал напевать. И поэтому его школой стал двор. Записи стали делать, они стали расходиться по дворам. Уже стали приглашать его на дни рождения. Где там, когда свадьба, уже до армии, он уже пользовался таким авторитетом. Играть он начал на гитаре, наверное, с 3 аккордов. Первые аккорды, которые ему показал сосед Боря. Когда Мише было 12 лет, мама купила ему в кредит первый магнитофон, который называется «Комета». На этом магнитофоне Миша впервые и начал слушать записи. Кумиром его был Владимир Семенович Высоцкий. Я прожила долго на севере, и Миша мне подарил кассету. Я когда стала слушать Мишин голос. И я... Катя красна, девчина, к свадьбе деньги считала, и на пуховую перину нежно белье вышивала. Но на ее беду в бурке большой казачий въехал в деревню ту. Опер для раскулачки. Для меня это было очень неожиданно, необычно. И вот эти все его песни очень задели сильно. Смысл, музыка, слова. У него же тексты с очень глубоким смыслом. Причем смысл этот может иметь двойное содержание. Я думаю, за этот текст, за эти слова его и любят его слушатели, его зрители. И помолившись, путь жизни себя
сердце под девичью грудь. Острый кинжал вонзила, опер сослал отца. Дружку гноил за боем, волю попил венца. И въехал в их дом другой. Вот такая грустная песня прозвучала в исполнении Михаила Круга. Михаил Круг не является профессиональным музыкантом, потому что за песни, которые он сочиняет и поет, денег он не получает. Деньги он получает за то, что водит автомобиль. Во всяком случае, пока. Запомните это имя, возможно, оно еще не раз вам встретится. Михаил Круг. Больше все стал петь, больше усовершенствовал свои песни и в конце концов решил выступить на конкурсе. И на этом конкурсе Миша занял первое место. Это песни о своих друзьях, которые, о мальчишках, которые воевали в Афганистане. Но потом началась работа над первым альбомом. Было очень тяжело. Все деньги уходили на альбом. Помогали ему друзья, товарищи, спонсоры не нашлись. Миша, то есть, пел песни, приличные песни. И уже в то время у него, то есть, появлялись поклонники. Вот. Но все мы помним те сумасшедшие 90-е годы, когда то есть, взрыв такой был свободы, независимости и остального. Мише тяжело было по жизни. Вот. Они жили небогато. Вот, и пробиваться, расталкиваться. В первую очередь, то, наверное, что он родился талантливым человеком. Первый альбом он записал, то есть, и он как-то повис. Я забыл, как название первого альбома, в котором я непосредственно принимал участие. Это альбом «Жиган Лимон». Каким образом? Я просто дал на первый альбом денег. Вот. Он уволился с работы. То есть я ему помогал, чтобы он не работал, только занимался творчеством. А почему сложилась дружба? Потому что, я говорю, всякое было в жизни, ну, как у каждого человека, взлет, падение, да? Когда однажды мне было тоже тяжело по жизни, он пришел, просто сказал: «Лех, вот тебе, говорю, Миш, перестань». Он говорит: «Лех, вот, знаешь, можешь ничего не говорить». Я говорю: «Дружба, она строится не на деньгах и разделе с тобой и горе. Вот это вот настоящая дружба». С Мишей вот так же. Я говорю: «Получилось, и все». Я прочитала в одной заметке в газете. Там было написано, что там выступал, принимал участие в концерте Михаил Круг. Я говорю: «Миша, ну а почему Круг-то написали? Ошиблись, что ли?» Он говорит: «Нет, мам, я теперь Круг». Я говорю: «А почему ты Круг? Почему ты не хочешь Воробьем быть? Мам, это мой музыкальный псевдоним. Это вам типа магического круга. Круг – это такая фигура, где центр стоит, находится в равном, на равном расстоянии от окружности. Вот я вот и буду в центре, а круг меня будет охранять». Я в свое время тоже его спрашивала. Я говорю: «Миша, а почему ты вот такой псевдоним себе выбрал? Ну почему круг? Я еще так пошутила. Круг, а что, не квадрат, не треугольник? Почему круг?» Я уже, честно говоря, не помню, что он мне ответил, но, по-моему, вот если бы что-то было внятно, я бы, наверное, запомнила. Он как-то ушел от ответа. А вот листая старые тетради его, и здесь вот написано слово «кругооборот». Кругооборот, причем оно написано по кругу. Наверное, очень большой смысл в это слово «кругооборот» Миша вносил. Кругооборот в жизни, кругооборот в друзьях, в общениях, кругооборот во встречах. Мне кажется, все-таки вот отсюда идут корни вот этого псевдонима «Круг». Ты смотри в мои глаза, брось, кудраты, штрепаться о судьбе. Да, что трепаться, Ваня, о судьбе? Честно говоря, судьба, вот даже в данном случае моя, была очень веселая и интересная рядом с таким гигантом русской народной музыки, как Михаил
круг. Я не оговорился. Это действительно не шансонная музыка. Как сейчас этим модным словом шансон. Это народная музыка. Потому что в крови русского народа воспевание вот этой тяжелой доли народа. Миша воспевал Россию. Одна песня его «Россия». С этой песней ребята в Чечне уходили воевать. Песня «Милый мой город». Это гимн. Гимн городу. Такая замечательная группа Eagles была, которая написала «Отель Калифорния». Так вот Миша своим циклом о лазурном, он такой же сделал «Отель Калифорния», как группа Eagles, так он сделал вот этот ресторан «Лазурный». Где бы мы ни были, будь то Москва, Питер, Владивосток, Мурманск или в Гамбурге, всегда на концерты проходила как канва. «Миша, ну как там «Лазурный»?» В лазурном шуме песни, и там братва гуляет. А Миша же действительно, это такой баритон, голос. Бархат, да. И такие темы он поднимал, такие пласты исторические. В этой песне в Кате, какой исторический пласт он поднял? Песня о России, я уже говорил. Тишина, тишина. Песня «Тишина». Характер у него, конечно, был довольно-таки сложный, но все талантливые люди, все с неординарным характером, потому что только не человек с ординарным характером может пробиться наверх. И я думаю, это все-таки было явление в тверской музыке. Он плоть от плоти из народа вышел. Он простой шофер, то есть простой русский мужик. Волей судьбы, вот это его талант музыкальный, которому Господь его наградил, он пробился, вышел из этой из среды простого народа, из простого шофера и стал большим человеком в истории российской музыки. Всем-всем-всем привет из Петербурга, из гигант-холла, где у нас через несколько минут начнется один из самых скандальных поединков этого сезона. Признаемся честно, мы тут все в некотором волнении. Не только потому, что сейчас на ринге появятся музыканты, которых ни на одном канале вы больше не увидите. Михаил Круг. Фантастические тиражи альбомов, которого в десятки раз превышают тиражи певцов, которые раскручиваются радио и телевидением с утра до поздней ночи. Во всей России, в любом городе с восторгом принимали живые выступления Михаила Круга. С такой же радостью встречали его на Украине, в Казахстане, в Германии, в Израиле, в Америке. Миллионными тиражами распространяются все его альбомы. Несмотря на всенародный успех, для Михаила Круга телевизионный эфир был недоступен. И вот впервые дали ему возможность выступить на музыкальном ринге российского телевидения. Это было первое появление русского шансона в телевизионном эфире страны. Посадили, за что жиган лимоном нарекли? Жиган лимон, мальчишки симпатичней. Жиган лимон, с тобой хочу гулять. Жиган лимон, с ума сходил отличниц. Тебя, жиган, хочу поцеловать. В моем сознании Мишу не ассоциируется как блатной певец. Он певец России. Он певец вольного духа России. Он не боялся ничего. Он воспевал жизнь, какая она есть, без приукрас. Это не голос вот этих вот певцов, я их не хочу перечислять фамилиями, которые мне крайне неприятны своими писклявыми голосами, которые делаются на студиях, на компьютерах, которые петь не могут, открывают только рты, вот, и на угоду оболваненной публики, которая сидит и аплодирует, заведомо зная, что их обманывают, идет музыкальная профанация. Михаил Круг, по-моему, очень-то он похож на жиган лимона, чисто внешне.
Жиган Лимон, он же Круг, он же Михаил Круг, бывший шофер из Твери, который стал звездой русского шансона благодаря уличному палаточному радио и радиостанции «Русский шансон». И, пожалуйста, команда нападения, наши гости из Москвы, журналисты, ваши атакующие вопросы. Прошу. ТВ-парк Тарханова, добрый вечер. Вас слушают миллионы, Михаил, насколько я понимаю, да? А в стране у нас уже давно проблемы с гимном. Наши предки пели «Боже, царя храни», мы пели «Союз нерушимых республик свободных», потом мы ничего не пели. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы Мурка или вот этот вас Жиган Лимон стал гимном Российской Федерации? Есть такое понятие «всему свое время и всему свое место». Если Мурка будет гимном Российской Федерации, это, конечно, будет иметь какое-то отношение к тому, что творится в России, и к тому, что творилось раньше при коммунистах. То есть это бы тогда эта бы песня была бы и гимном, и тем беспределом, который творился в России. Но бальное платье надо для того, чтобы одеть его на бал, а рабочий робот для того, чтобы копать в копьях или добывать золото. То есть всему свое место. Я запутался уже, что же такое шансон, определение шансон. Потому что люди все разные и относят к этому определению совершенно разные музыкальные жанры. Вот для вас, Михаил, в вашем понимании шансон, это что такое? Ну, шансон, это, скорее всего, имеет французские корни, и никакого отношения к Шарлю Азнавуру наш русский шансон, который придуман был неизвестно когда, неизвестно кем, но почему-то это пристало к нашей песне. Владимир Семенович называл это дворовым романсом, и старшее поколение наших музыкантов, работающих в этом жанре, не приемлет этому названию, я это точно знаю, и у меня самого не лежит душа к этому названию. Скорее всего, это русская песня или такое течение новое, которое появилось в Москве, оно называется «Калина красная» по фильму Шукшина. Вот это, наверное, более русское название нашего жанра. Ведь нигде в мире нет такого жанра. Наверное, флебустьеры английские, которые плавали, имели какое-то отношение к своей песне «Йо-хо-хо» и «Бутылка рома». Ну, дальше они не зашли. Это только русский жанр имеет только русские корни. Написал много песен о тех ребятах, которые находятся в столь отдаленных местах. А песни почему такие начал петь? Потому что свои первые песни он исполнял во дворе. А двор — это и есть двор. Жители разные, у каждого, в каждой семье свой удел, своя судьба. У кого-то там кто-то попал в заключение, может быть, старший брат, может быть, сосед, может быть, даже отец. Он интересовался. Вот встретит там тетя Галя. У тети Гали там сын сидел старший, а младший ровесник Миша. И подходит к ней на улице. Тетя Галя его знала, поскольку он общается с ее сыном, с младшим. И говорит: тетя Галя, расскажи, как там? Там Юра, как там? Или Юра, Федя, там, как там? И тетя Галя делилась. Ну ладно, тетя Галя, не горюй. Ты передай во-первых привет от меня. И даже кому-то, я не помню, кому, он ездил на посещение, только его не пустили. Хотел очень увидеть, хотел узнать, как они там, что. И вот эти песни, рассказы матерей о том, как живут их сыновья в местах заключения,
вот эти материалы легли в основу его песен. Вот. Но очень жалел он матерей, конечно, очень жалел, потому что он понимал, что вся тяжесть поступка ребенка или мужа, все это ложится на плечи только матери. Прости, я у тебя такой один. Недолго ждать, отпустят по весне. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-ба. Прости меня, прости. Мамуля, мама, мама. Мамуля, мама. Путевый сын, слова мои в душе, их нет в письме. Прости, я у тебя такой один. Недолго ждать, отпустят по весне. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-бам. Прости меня, прости. Мамуля, мама, мама. Мамуля, мама, мама. Мамуля, мама, мама. Мамуля, мама, мама. Уважаемый Михаил, Михаил Панюков, «Экспресс-газета». Вот недавно прочел ваше откровение в одной из питерских газет, где вы говорите, что вообще в нашей стране все относительно. И те, кто сидят, не враги народа, и те, кто их охраняют, не герои. И вообще-то, ну это просто человек попал в такую ситуацию. А главное, вот это отношение с Богом. Правильно ли я понял, что вы, в отличие от Остапа Бендера, не чтите Уголовный кодекс, а предпочитаете решать все вопросы чисто с Богом? Спасибо за вопрос. Ну, когда люди играют в отношения с религией, это чревато последствиями. Мы видим это на чеченском кризисе. И то, что вы задаете вопросы, бравируете, так вот, говорите о Боге, как бы с маленькой буквы, обращаетесь к Нему, это уже не ко мне говорите, правильно? Когда мы целуем руку священника, мы целуем не его руку, а в его лице руку Бога. Если говорить о вопросах религии, то, конечно, не относится к нашему сегодняшнему вечеру, а отношения, которые строятся между заключенными и надзирателями, они, конечно же, относится к какому-то времени данному. Когда все это пройдет, никто сейчас не помнит о Иване Грозном, о его приспешниках, псах, и никто не помнит о тех жертвах, которые он принес России. Никто не помнит о жертвах, которые Петр I принес. Это все история, и важнее всего в жизни оставаться человеком. Один мне знакомый вор сказал, как по-людски, так и по-воровски. И от этого нужно исходить. Так, уважаемые свидетели, зрители, вы запомнили? Один знакомый вор ему сказал, но самое интересное, что сам Михаил Круг, говорят, не сидел в тех местах, он не был. Он никогда не был блатным. Он не сидел. Что народ, глядя на него и слушая его песни, ассоциировал себя в этих песнях буквально. Но человек входил в образ. Он мог войти в душу вот этого человека, обиженного. И это не позор, это беда человека. Но этот человек остался человеком даже в зоне, там, в тюрьме. Вот он сидит, он остается человеком. Его нельзя превращать в скот, в быдло. Потому что вот это неправильная система, когда человек попал в беду, его и так уже судьба наказала, он там оказался. Так надо в нем, в этом, даже этого человека, оступившегося, попавшего в беду, видеть человека. И вот Миша в этом видел свой долг, почему он бесплатно ездил по этим зонам, он дал концерт, он песни эти играл. А для людей это был как глоток свежего воздуха. Они видели своего героя, кто там сидел. Там под окном ЗК, проталина танка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь хоть этот оно есть,
как мне твоя любовь нужна. Владимирский централ, этапом истерит, лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, хотя я банковал, но не очко обычно губит, а к 11 туз. Михаил Ефрахим, вы оба сказали очень много громких слов по поводу того, насколько ваша музыка народна. Скажите, пожалуйста, разговаривать с народом языком тюрьмы – это нормально? Вы считаете народ настолько одноклеточным, что он мыслит только в категории воля-неволя? Спасибо за вопрос. Я думаю, что достаточно языком тюрьмы с народом поговорила бывшая власть. И пора уже говорить языком закона с народом. Тогда у нас будет меньше таких вопросов. А разрешите тогда вот к этому вопросу. А как насчет, вот вы чувствуете вашу ответственность? Вы сейчас, так сказать, романтику прославляете вот многомиллионной аудитории, да, в том числе подросткам, Владимирский централ, романтику тюремную. Вы, так сказать, чувствуете ответственность? Нельзя делить сегодня Россию бедную, да, на криминал, а не криминал, потому что мы все взрослые люди, мы понимаем, что происходит в нашей стране. Вот. И Миша пел о том, что сегодня в нашем обществе творится, да, какие беспределы бывают там или здесь. Вот. И он пел по ту сторону. Вот. Многие не хотят замечать этого, да, что сегодня происходит, и в принципе все тюрьмы, которые настроил Сталин, вот, они все работают и все забиты. Есть та жизнь, ее нельзя отбрасывать. И надо обязательно там говорить об этом, петь об этом, да, что происходит там иначе. Потому что это те же самые люди, которые вернутся завтра на свободу и будут достойными гражданами, да. Но сделайте условия, чтобы они вышли оттуда достойными. Вот. И, конечно, Миша пел о том, о чем болела душа в первую очередь. Он видел те моменты, которые некоторые не хотят видеть. Он очень переживал за мальчишек. Ведь много не надо, тайны никакой не открою. Ведь много ребят сидит там и ни за что. За более крупные преступления, как вот Мишины убийцы, ходят на свободу, никто не наказывает. Нет возможности их найти. А за мелкое хулиганство, за мальчишество попадали на скозёнку подсудимых. Даже Мишины товарищи попадали. И вот эта вся боль, вот эта несправедливость, вот он все в своей детской душе перерабатывал и все преподносил в своих песнях. А как насчет, вот, и может быть, вместо того, чтобы бороться за эфир, а никто не спорит, что поклонников у вашего жанра много, но может быть, все-таки вот сосредоточиться на выступлениях в тюрьмах, в местах заключения? Спасибо. Я не знаю ни одного человека, который бы после вынесения ему приговора, ему дали последнее слово, он сказал бы: я послушал песен Михаила Круга, и поэтому я совершил преступление. Это все глупость. Уважаемая защита, я прошу вас дать маленькую информацию. Это правда, что Михаил Круг по популярности где-то на уровне с нашим Филиппом Киркоровым? В принципе, средний тираж альбома Михаила Круга, когда он выходит новый, это 1 000 000 компакт-кассет.
То есть, в общем, на самом деле, если говорить о том, кому эти песни нужны, а кому не нужны, давайте здесь в данном случае, как в английском парламенте, проголосуем ногами. То есть, если бы люди, которые никакого отношения не имеют во многом, кстати, к тюрьмам и судимостям, покупают эти песни, кстати, звонят на радио и просят эти песни поставить, в том числе и сотрудники правоохранительных органов, значит, хорошие песни, которые имеют свою сюжетную основу. Поэтому люди просто голосуют за Михаила Круга. Как было тепло, что нас с тобой вместе свело. Девочка, пай, рядом жига и хулиган. Сергей Петрович, да, а ты эту музыку слышал, да, последний хит Михаила Круга? Конечно. Он мне понравился. Конечно, слышал. Ты помнишь, когда этот лимон-жиган проехал там это? Я думал, его клетуха какая, лимон-жиган. А оказывается, это Михаил Круг. Туда сюда приезжал. Колеса делал. Мужик, тоже, конечно, хороший. Я не ожидал, когда первый раз приехал, думал, сейчас начнет такой крутой весь. А такой парень оказался. Вот, последняя песня вот понравилась. У меня жена от него, конечно, балдеет. Фильм, то есть это песня «Приходите в мой дом». У меня аж слезу выбивает. Представляешь? Сидит и плачет тоже. Да вот кто его убил, какая тварь, Коль, Толь? А? Чё хотели, непонятно. Надо будет съездить к нему на кладбище. Давай соберемся как-нибудь, съездим. Возьмем бутылочку, мажем по стакашку, кругу нальем. Хороший парень был. Жаль, конечно. Ну что, не стало. Здравствуйте. 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 Если не ошибаемся, вы Виктор Шримов. А? Михаила Круга, как бы соратник. Работали там вместе. Очень приятно. Представим, присоединитесь, помянем. Давайте помянем. Вы как тоже знали? Или... Да, общались. Знаю. Общались. Были какие-то доли общения. Ну и земляк, Тверской. Он только такой единственный у нас в Твери. А вы не знаете, чем дело закончилось? Погиб, как он, что, чего там? Здравствуйте. Здравствуйте. Есть набили просто с дороги, мы маленько так по дороге навестить, можно сказать, нашего общего друга. А вы откуда? Мы сами из Дагестана. Ну, а в Твери учились, жили. Мы только ребята, то есть только давно выпили. Знаем, он у нас был в гостях тоже. В Дагестане? Да. Именно в нашем городе. Знаете. Ну, это уже давно. Да. Круга. Все, доливайся. Помним, все его знали. Привезной передаю тебе низкий поклон от почитателей твоего таланта. Воробей, кружочек. Вот еще такие записки. Я приехал в твой город, чтобы понять, почему ты так много пел о нем, и прийти на твою могилу. Я плачу, я до сих пор не верю, я просто не могу. Спасибо за твои песни, спасибо, что ты был на этом свете. Сегодня мне 25 лет. Спасибо, Господи, что я наконец все-таки смогла сюда приехать и успокоить свою душу. Ольга, это просто оставляют письма на могиле, оставляют вот такие записки. Миша привозил очень много подарков, когда выступал в зонах у заключенных. Миша делал концерт бесплатный, и заключенные дарили свои подарки. И вот одна из подделок – это икона старая, вырезанная из дерева, из доски, вот центральная икона. Мишин отец Владимир Михайлович умер в 95-м году. Отца он очень любил. Но в последние годы жизни Володя страдал, перенес инсульт. У него были проблемы небольшие с речью. Да, видимо, и голова уже стала не так работать, ясно. Мишка все вместе с ним подшучивал над ним, и потом вместе долго смеялись. Он как-то его, понимаете, поддерживал разговором, смехом.
Ирина, как ты решилась запеть? С чего все началось? Вообще, случайно. Песня, с которой началось мое творчество, называется «Дорога». Она была написана для Миши и для Тани Тишинской. Вот. И когда еще при жизни Миши она была, она пришла кассета, я посмотрела эту кассету, послушала песню, у меня прям сердце, знаешь, вот так вот душа. Потом я нахожу эту кассету уже после этих всех трагических, наверное, где-то через полгода. Случайно мне эта кассета попала в руку. Я включаю опять эту песню. У меня аж все, аж сердце у меня вот так вот сжалось. И я звоню Лёше, говорю, Лёша, слушай, эта песня, я так хочу ее спеть, хотя бы просто попробовать спеть ее. Просто именно вот эту одну песню я хочу больше, вот, ну, чтобы душа настолько болела здесь, в сердце все. Хотелось это вот как-то выплеснуть наружу каким-то способом. Когда тебя со мною нет, мне плакать хочется. Как тяжело идти на свет из одиночества. И сигаретный дым плывет, застолье тешится, а тело лишь душой живет, на том и держится. Есть дорога от души к душе. Я по ней иду, сбивая ноги. Есть дорога от души к душе. Я к тебе приду по той дороге. Ирина, а вы не пробовали пить с Мишей? И с Мишей мы тоже пробовали петь, когда были гастроли, я с ними ездила. И когда у них была подготовка, репетиция, там, саундчек, по-моему. Вот мы с ним пробовали петь, и многие даже, Толик Санжорс говорил, вот у Иры вот есть что-то. Он такой, Толик, все, я не хочу слушать даже это. Не хочу слушать все. Куплю ей караоке, пусть дома поет. А так были такие моменты, и пробовались, и все. А ты не настаивала? Нет, не, я никогда не настаивала в разговор, что я хочу петь, там еще что-то мне было. Ну, купил бы он мне караоке, и я была довольна. Вот. Потому что мне не надо было этого. У меня был дом, семья. Я хочу показать, как бы... Выбрала, наверное, такой сложный путь. Пусть меня осуждают, пусть принимают. Но... Будут у меня свои, допустим, поклонники, которые скажут, да, вот это нормально. Зато я добилась сама. Да, я воспользовалась его именем, потому что мне было сложно. Но почему воспользовалась? Потому что я хочу, чтобы оно жило, это имя. Круг. И оно до сих пор сейчас на слуху. Круг, все вот так же. Так же пусть. Пусть оно не так, оно осталось смешанным, с Мишей осталось. Но тут есть тоже какая-то частичка, да. И оно вот... Все равно она будет жить, она будет на слуху. И будут у меня свои поклонники, скажут, это круг, да, это круга жена. Я хочу, чтобы достойно сказали об этом. То, что Ирина запела, я думаю, это совершенно нормально. Это совершенно нормально, потому что, ну почему нет? Сидеть и, да, рассуждать, что вот я вот этого делать не буду, потому что будут меня обсуждать. Но, тем не менее, появились свои поклонники, да? Появляется то, что ты несешь уже какое-то другое настроение в людях. Песня «Дорога», которую мы исполнили, вот, с Леонидом Телешевым. И часто задают вопрос, кто такой Телешев? Кто такой Телешев? Какие у вас отношения? Какие отношения были с Мишей? Вообще вот... Леонид Телешев – это лучший друг Миши. Они очень много лет, вообще, я не знаю, там, были вместе. И мы дружили с семьями, мы постоянно вместе собирались, и его жена, мы как бы дружили, постоянно справляли все праздники вместе настолько. Ну и, наверное, после случившегося всего он так и остался другом нашей семьи. И вместе вот мы с ним, он очень много помогал, и я ему очень за это благодарна. Мы все осознавали ту любовь к Мише,
народа. Вот, и что-то нужно делать, продолжать. Ну, нельзя просто так, да, все забыть и отказаться от всего. Вот и родилась идея открыть фонд, чтобы делать какие-то добрые вещи. Вот, в городе Твери, и если есть возможность, мы и в других городах делаем, да, устраивать благотворительные акции. Вот, это потому что я говорю, вот Миша взял на себя такие обязательства, там, да, помогать там строительству храма, да, какие-то другие полезные вещи. Миша, ну не сказать, что он был таким набожным, но он жил с Богом в душе. Вот. Но Миша это понял изначально, что лучше действительно построить храм, да. Но он думал о душе, и все, вот почему мы и говорим, что он писал песни вот такие. Вот, потому что у него душа болела за все происходящее, и за происходящее негативное. Ну и вот фонд взял на себя обязательство, как бы вот продолжать вот эти вот добрые вещи. Перед трагедией, действительно, приезжал Михаил с сыном, с Дмитрием. Вы знаете, очень просто переступить порог храма сложно бывает. Перекреститься еще сложнее. А прийти на исповедь – это уже подвиг. Подвиг, который немногим по силам. То есть это уже говорит о многом в плане духовного формирования человека как личности. И при всем при этом, конечно, и говорит о том, что даже, в общем-то, такие все-таки сильные люди, как Миша Круг, они нуждались в духовной опоре, в духовной поддержке, в духовном назидании. И, в общем-то, понимали, что Божья любовь, она действительно незыблема. И когда ты с ней соприкасаешься, это действительно тебя приближает к вечности, приближает к вечным ценностям, скажем так, и к святости. И наверняка Миша шел тоже с этим. То есть, смиряя свой внутренний авторитет, скажем так, который действительно он осознавал, потому что люди, многие, конечно, любили и любят его. И вот эту народную любовь, ее невозможно не ощущать. Но при всем при этом, на фоне вот такой вот, такого океана, скажем, человеческих душ и сердец, вот, все-таки прийти к такой очень простой скромности, смирить себя перед Богом. И действительно сказать, что я не кумир, я не Бог. Я действительно грешный человечек. Честь ему и хвала за то, что он внес серьезный вклад в строительство храма Михаила Ярославича Тверского. Но меня удивляло то, что ведь он мог бы достроить свой коттедж. Мог бы побыстрее, элементарно вставить все двери, которые у него там месяцами лежали. Окна, так сказать, и все. Но вот как-то он распределял свое богатство, скажем так, и душевное, и материальное, так что, в общем-то, его хватало много. В старой церкви пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи, прости. Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня их очень много.
выслушай, прошу, и помоги. Я хочу покаяться пред Богом, не тая всю правду расскажу. Исповедь мою прошу, послушай. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. Во блаженном спине подожди, Господи, вечный покой рабу Божию Михаилу и сотвори ему вечную помилость. С убийцами Круга так и не разобрались. Эту задачу разобраться возьмет на себя третий фильм из цикла о Михаиле Круге, теперь уже художественный.